К сожалению, эпидемиологическая ситуация на сегодняшний день неблагополучна. Отмечается высокий рост заболеваемости ковидом. Параллельно растет число заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. И поэтому иммунизация против коронавирусной инфекции и гриппа продолжает оставаться актуальной и нужной. Ведь вакцинация – это единственный способ специфической защиты от опасной инфекции. Хочу отметить, что основной подъем заболеваемости гриппом, как правило, начинается в ноябре. Поэтому сейчас есть время у тех, кто еще не вакцинировался от ковида, сделать прививку, выждать месяц после завершения полного курса вакцинации и затем привиться от гриппа. Либо, если человек перенес ковид меньше полугода назад или еще не подошел срок вакцинации, то необходимо в ближайшее время сделать прививку от гриппа, а затем спустя минимум месяц вернуться к вопросу о ревакцинации от ковида. К сожалению, регистрируется большое число запущенных случаев ковида. Убедительная просьба. При появлении первых признаков респираторных инфекций незамедлительно обратиться к врачу и сдать необходимые анализы, в том числе и ПЦР-тест. Своевременно начатое лечение способствует облегчению степени тяжести болезни и в большей степени обеспечивает выздоровления. В Кашхабльском районе прививочная кампания против гриппа уже стартовала. На выбор предлагаются два препарата – Савигрип и Ультрикс Квадри. Хочу обратить ваше внимание, что на сегодняшний день у нас в районе работают 5 стационарных прививочных пунктов и один передвижной мобильный комплекс. Привито против коронавирусной инфекции первым компонентом 7953 человека, вторым компонентом 7335 человек. Против гриппа привито 5108 человек, что составляет 29,5% от плана. Но немалая часть населения еще не сделала прививку и остается подверженной инфекции. И поэтому как никогда важно быть привитым и не только от коронавирусной инфекции, но и от гриппа. Очень важно вовремя запастись иммунитетом и сделать необходимые прививки. Защитите себя и своих близких. Будьте здоровы!